Доброе утро, мои дорогие. Денечек какой-то сегодня не очень хмуренький. Ну, может, разгуляется. Ветер сильный, он, я смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, кошмар какой. Ой-ой-ой. А у меня тут, видите? Видите? Скажи, давай корми, да? Корми давай. Чего? Я пришла. Вон он, видите? Вон он между ног как ходим. Слушай, мне тебя особо и покормить-то нечем. Ну, только если творог свой отдать. Будешь творог-то есть? Подруга. Такая я ее называю. С рыжей продресью. Такая кошка смешная. Она хорошая, ласковая, но очень, знаете, такая, которая... Она постоянно вякает. Она сейчас молчит. А так она вот... Рыжая-то молчком так, ну, попросит. Ну, так. А эта вот она будет ходить, мяукать, мяукать, мяукать. Такая вот подруга. Так, ну что, ну надо день начинать, что делать-то? Хоть и погода такая, ну, может, разгуляется, может, ничего. Ой-ой. Так, и вторая пришла. Я вспомнила, у меня Маськин корм остался. Да, да ешь, ешь, ешь. Чего ты? Ешь. А рыжая не ест корм кошачий, сухой. Не знаю, почему вообще не ест его. А это, о, ну ура. Ой, мои дорогие. Вот сейчас смеялась. Ну, я не знаю. Ну, какой-то маразм, а. Петрушку кутерявую к марихуане теперь присоединили. Запрещено покупать и продавать семена, и сажать, и продавать петрушку эту кучерявую. Ой, боже ж ты мой. Всю жизнь курю, а ни разу не пробовала покурить петрушку. Господи. Ой. Во всех нормальных странах марихуана-то уже легализованная. Курят люди как табак, а у нас петрушку запретили. Не могу я. Ой, не могу. Так, водичка едет. Вот, воду мне привезли. Постояли с ним, посмеялись. Такой парень вообще замечательный. Веселый такой. Он говорит, а что-то вы давно воду не заказывали. Я говорю, так я уезжала, меня не было так больше месяца. Я говорю, а мужик у меня живет, так он да эту воду пьет, а я не могу эту воду пить. А он говорит, а я думаю, я на волне-то одна воду заказываю. Поэтому я когда звоню и говорю, привезите водички на волну, не спрашивает ни адрес, ничего. Ну ладно. А то в магазине каждый раз таскать. Да и дороже получается. Так вот 300 рублей. Два вот этих бутыля. И все, и на какое-то время и можно забыть. Мне одной-то чего. Ну, конечно, когда сейчас приедут народ, то надо будет чаще, но все равно. Помните, переделывала я часы. Вот были у меня ракушки, вот эта всякая красота. Ну, благополучно все отвалилось, потому что клеила я на горячий пистолет. Ветер у нас просто сумасшедший. Зимой висели на улице, да и в доме-то сырости. Слышно? Все летит просто. Вот. А у меня очень много бисера, который я не использую. Ну, какой-то использую, а какой-то вот просто мертвым грузом лежит.
И я так подумала, думаю, ну-ка, всыплю-ка я часы в эти. Смотри, как, смотрите, ярко, да, как получается. Опять же, понадобится, сняла, раскрутила и достала. Коробки занимать не будет. Вот, сделаю, потом вам покажу. Голубого мало у меня. Придется смешивать, наверное, синий с голубыми. Вот, так что я все тут, как что у меня попадется на глаза, надо переделать срочно. Ну, а это я пристрою в цемент, например. Сделать я сделала. Теперь проблема прикрутить эту всю снизу. Ай, сейчас еще накорячишься. Вот, блин, вечно у меня. Найду себе работу. Ну что, корячилась, прикручивала. Перевернула. Вот вроде плотно было все засыпано. Но я надеялась, что стекло плотно прилегает. Оно нифига плотно не прилегает. Ну ладно, да, конечно, не люблю я, когда не получается, как хочется. Ну пусть повисят. Потом что-нибудь другое придумаю. Весь стол в цементе. Ходила сейчас, брала из морозилки креветки. Вот скажите, разве это креветки? Мне кажется, это лед. Краплениями креветок. Просто вообще ужас. Платим вот за такое количество льда. Ой, девочки мои хорошие пишут, что, ну, я говорила, что Саша приедет маленький. Вот, соскучились по маленькому. Вот, показываю вам фотографию. Ходили в кукольный театр с Людмилой Викторовной. И прям такой вот весь серьезный сидит ребенок. Ну, прям к прекрасному тянется. Сейчас приедет, он мне тут устроит прекрасную жизнь, глаз да глаз за ним. Боюсь, конечно, видите, у меня же камни кругом, а он же 3 года что носится. Ой, ну что делать-то? Ладно, как-нибудь. Брошу все свои дела, да буду ходить за ним, как курица. Ой, сейчас разговаривала с Татьяной. С подругой с Мурманской. Она, ну, в Кинешме там с мужем. Вот, она говорит, ой. Ну, а что делать-то? Ничего. Надо и бабушкой побыть. Правда ведь? Да, ну я думаю, что все нормально будет. Вот, а я тут вот из пластиковой бутылочки делаю, ну, не знаю, вазочка, не вазочка, с ручкой будет. Такая вот. Еще на цемент ракушечек тут приклею. Вот. Так что я не только огородом балуюсь тут цветами. И вот делаю вот такую вот вазу. Ну, такую брутальную. Брутальную, но видите, в ней бисер в цементе. Не знаю, что получится. Такая будет грубая, как каменная, но с такими вот вкраплениями. Что-то думал, что бы еще такое придумать. Придумал. Посмотрим, что в конце будет. Сохните, сохните. Блузочки, футболочки, шортики. Холодно, ужас. Ужас, какой холодный ветер. Может, скорее
посушу все летнее, может, скорее тепло придет. Не могу. Ой. Да, уже он. Уже мне все пишут про этот белый цемент. Оксана вот в Симферополь ездила, заезжала в магазин. Нет белого цемента. Что ж, придется, правда, Костю просить, чтобы он из Мурманска за 4000 километров мне мешочек привез цемента. Ой. Ну вот что вот, ну. Ну вот хочешь, не хочешь. А в голове-то что? Ну прям дыра, ну дыра, цементу не купить. Ну как же так можно? Вот творческому человеку прям вот крылья обрубают. Ой, у меня столько планов на него. Ой. Ой, ну ладно. Этот-то цемент кончается. Вон завтра надо ехать за цементом. За обычным. А хочется-то белого. Ой, я бы вам такие штучки бы наделала. А из этого не сделать. Вот интересно, к вечеру пропадет этот ветер или нет? Ну просто вот я хожу весь день в кофте с капюшоном. Звонила Марина, подруга моя, с Сережей. Ну, по видео. Серега говорит, ты что в кофте в такой? Я говорю, холодно. Он говорит, а у нас жарище. Вот так вот. В Москве жара 30 градусов, а у нас холод собачий. Вот что природа с нами вытворяет. Правильно. Мы с ней вытворяем, вот и она с нами вытворяет. Ужас. Прям на улице холодно стоять. Сидишь целый день дома. Ну, сидишь. Я сидеть-то не сижу, понятное дело, но все равно. Дело к вечеру. Я вспомнила, что мне в магазин надо сгонять. Позвонила Толику. Вот ветер какой. Ведь сейчас вот пропадет. Вот как пить дать? Вон он. Человек-ракета уже едет. Да, ты тоже мерзнешь, на венике сидит. Холодно, да. Я вон сейчас куртку одену. Вот видите, на улицу вышла. Вся в камуфляже. Холодно, правда? В этом самом прогнозе написано, что плюс 16 ощущается как 10. 10, да с ветром еще. Все продувает. Ой, окна еще не мыло, девочки. Еще столько дел, что пока не до окон. Ну, к приезду, наверное, успею я все сделать. Во всяком случае, постараюсь. Но ветер-то вроде как поменьше. Да нет, дует. Но не так. Тут прям гнулось все. А завтра опять дождик с грозой обещают. Уже надоел холод. Главное, так обидно. 3 дня были прям теплые, такие хорошие. И на тебе. Все испортилось. Ух ты. Рановато, видите, вышло. У меня уже насморк появился из-за этой погоды. На улице уже выскакиваешь постоянно. Надоели эти знаки пешеходные. Хочу вот.
на простор выйти. А, птички. Ага, выйдешь тут. Так, что хотела вам сказать? А, ну я же не могу не похвалиться. Вот мы с Костей одинаковые в этом отношении. Он мне все время говорит: мать, я весь тебя посмотрел хороший фильм, надо всем рассказать и еще и посмотреть еще раз. Вот я, да, я тоже такая. Вот. Последнее время вот смотрю сериал «Медиатор». Называется. Сериал этот про психолога, но не про того психолога, который сидит в кабинете и ковыряется там, вопросы задает. Нет, там совсем другое дело. Ой, ты красавец, гуляет. Вот. В главной роли там Андрей Бурковский. Последние вот года два, наверное, три, он просто такой, господи, слово забыла, востребованный актер. Он так много снимается. Такой высокий блондин, скорее всего, не блондин, а такой рыжеватый даже. Мужчина молодой, ему 37 лет. Очень он мне нравится как актер, но больше всего я его люблю в КВНе. Он играл в команде «Максимум». Я очень КВН люблю всю жизнь. Вот. Команда «Максимум» из Томска. Вот они 2007-2008 год, ну просто рвали КВН. Она вообще очень команда известная. Вот кто смотрит Comedy Club, я-то его не смотрю уже. Что-то уже давно. Одно время смотрела. Вот там есть такие обезбашенные команда музыкантов. Ну так вот, кусками их там вставляют в передачу. Вот это вот все ребята из Томска, из «Максимум» команды. Так что вот кто любит про психологию фильмы, посмотрите. Я его смотрю на Кинопоиске. Он там не весь целиком. Вот это муторно, конечно, ждать по несколько дней, когда еще серия выйдет одна. Ну вот смотрю, так вот 21 числа будет еще серия одна. Мне очень нравится. Ну, я вообще люблю такие психологические фильмы. Я не смотрю вот эти сериалы про любовь. Ну, вообще мелодрамы. А уж тем более не смотрю никаких сватов. Никогда не смотрела. Мне это не интересно. Абсолютно. Вот это я вам что хотела рассказать. А так, день получился не очень, ни шатка, ни валка. И все это из-за погоды. Мне нужно было делать много на улице всего, и с цементом, и вообще. А из-за вот этого ветра, из-за холода, то дождик, то, ну, вообще не пойми чего. В общем, я сегодня что хотела сделать, не сделала. Так что-то разбиралась со своими шмотками, да, там разберу. Ну, в общем, как-то так. Неудовлетворенная я сегодня. Ну, в целом-то неплохо, конечно. Все равно все не успеешь, чего хочешь. Так что вот так вот, мои дорогие. Давайте с вами прощаться. Холодно. Меня прямо в кофте в толстые плаще продувает. Вот. Давайте, не болейте.
спасибо вам, что пишете комментарии мне. Спасибо. Спасибо, что смотрите. Я понимаю, что сейчас уже разъехались по дачам многие без интернета. Понятно, что сразу видно, прям просмотры упали в два раза. Ну ладно, что ж теперь сделаешь? Это все лето так будет. Вот. Ну ладно, давайте. Не болейте, не грустите, пусть все хорошо будет, ладно? Не заболеть бы еще. Я так не люблю болеть. Вот это развалишься. А мне никак нельзя. У меня дел много. Вот. И вам этого желаю. Не болеть. Все у всех будет хорошо. Все, давайте. Я вас люблю, обнимаю, целую. Пока-пока, мои дорогие. До завтра.